Мусульмане отмечают один из самых значимых и почитаемых праздников Идаль-Фитр, или как его называют у тюркских народов, Ураза-Байрам. Наступает он после завершения священного месяца Рамадан и венчает собой прощание с благословенными днями, когда каждый верующий мог вырасти духовно. Для большинства приверженцев ислама это торжество означает победу над собственными страстями через пост, стремление к благочестию и безвозмездную помощь. С наступлением светлого праздника Ураза-Байрам мусульман поздравил глава республики Владимир Васильев. В тексте поздравления, в частности, говорится: «Это один из самых главных мусульманских праздников, которому предшествует период духовного очищения и созидания, совершения добрых поступков и особого внимания к окружающим. В этот благодатный месяц ярким объединяющим событием стали шатры Рамадана, которые проводились во всех городах и районах республики. Отрадно, что в этом году коллективное разговение было организовано также на дорогах и в общественных местах, тем самым были охвачены все слои населения. И в этом заслуга как муфтията республики, республики и благотворительного фонда «Инсан», так и всех неравнодушных дагестанцев и представителей различных министерств и ведомств. Мусульманское духовенство республики и лично муфтий Дагестана шейх Ахмад Хаджи Абдуллаев заслуживает особой благодарности за неустанную созидательную роль в сохранении мира и согласия в нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе. Пусть праздник Ураза-Байрам принесет в каждый дом тепло, спокойствие и благополучие. От души желаю всем здоровья, благополучия, успехов во имя процветания Дагестана». Конец цитаты.